На тематическую встречу в качестве почетных гостей были приглашены люди, непосредственно связанные с темой космонавтики. Это историк и краевед Валерий Валиев. Он служил на космодроме Байконур с 1963 по 1966 год. Инженер-конструктор по изготовлению космических приборов и строения Людмила Катукова. Офицер-строитель, который в 70-е годы возводил военные объекты на Байконуре, Анатолий Килин. И офицер-испытатель Анатолий Рощин. Все они с большим увлечением и вдохновением рассказывали ребятам о том, как вся страна работала на грандиозный проект по освоению космоса и как важно это было для каждого, в том числе и для детей и подростков. Мы готовили 10 испытательных изделий, ракет. И вот я лично была расчетчиком корпуса ракеты, потому что это тонкостенное изделие из сплава металла определенного, со шпангоутами, со стрингерами, и насыщалась аппаратурой различной. И вот для того, чтобы головной отсек, в который помещался вот этот спутник, создать, мы его, этот головной отсек, начиняли аппаратурой. Кроме того, школьникам рассказали о том, как запускали спутник, каким толчком в развитии мировой истории, экономики, культуры это стало. И, конечно же, все присутствующие отметили, что на сегодня Россия была и остается мировым лидером в освоении космического пространства.